ГС, то состав такой. Тимур Ковзыч, номер 25, Александр Гулик, номер 30. Регулев забрасывали хоккеисты у 18. Смотрите, какой бросок, добивание. И у вратаря есть очень серьезные проблемы. Ну, посмотрите, сразу же драка начинается. И пытаются судьи уже каким-то образом погасить этот накал, эмоции. Ну, и посмотрите. Как здорово, если бы так же три шайбы вчера не пропустила команда лидер Ястребы. И бросок! Вот это! Шайба залетает в ворота. В левую девятку. Просто 11 номер, насколько я понимаю, сборной. Классно бросил, действительно. От броска сюда очень четко. Но, к сожалению, так Никита Ходорович еще не бросит. Вот это здорово, уже на пятак наброс. И уже в щиток попадает. И что, все-таки спасает свою команду. Вперед. Начальник сейв. Все, пока здорово выходит. И даже до броска дошло дело. Снова Ходорович. Опять сутолока. В принципе, держится, команда не разваливается. Пропустила, но сражается. Правда, бросает очень мало. Вот, наконец-то, бросок. И отличная. Смотрим, игра. Сборная смотрится достойно. Даже очень хороший момент. Там на пятак последовал пас. Ну, конечно, тяжело. Вот здесь вот давайте посмотрим, как здорово играет фамилия спортсмена. Он был вратарем, впоследствии стал тренером по вратарям. Хоккея тоже отлично, хорошая позиция, чтобы бросить, но не торопится. А вот сейчас бросок состоялся, но не делает. Дает передачу за ворота. Отличный розыгрыш. Смотрите, как красиво сборная играет. И как красиво забивают они. Кажется, Ермоленко подставляет клюшку. Точно отдавал голевой пас Иван. Кстати, это было крайне красиво. Лучше сказать, даже превосходно, блистательно. Все. Сделали. Вот здесь не пожалел пас Васько. Я дал идеально на крюк. А там уже промахнуться было тяжело. Ермоленко. Здесь забросил Матвей Морщенок, ассистировал ему Ходорович. Это случилось у нас уже на 4-й минуте. Сборная бросок и ловушка. Сборная, хороший ход и бросок. Снова Гулев за сейвом Гулева. И как здорово он выбросил левую руку с ловушкой из пространства. И плотно, очень низко играет в обороне прогресс. Хороший бросок. И вот такая вот шайба залетает, смещая середину. Тут, конечно, смотрится это потрясающе. Ну что ж, третий гол, третья шайба. Все шайбы на сбор. Игрока сборной. И прогресс тут же отвечает неплохой атакой. Но, правда, с пятака тяжело было бросать. Вот сейчас вот бросок идеально в дальний угол. Красиво, очень красиво. Забрасывает прогресс. И смотрите, сразу 4 человека, даже 5. Встречало одного игрока, и он ухитрился забросить. Максимально перекрыть все возможности и зоны. Бросок! Уже щелчок. Бросил. Опять же в середину уход. Яценко. Яценко набрасывает. И борьба пошла. Там стали толкать уже. Броском пока отбивается сборная. В атаке и очередной бросок в ближний угол. Гуля. Больше. Смотрите, застревает шайба почти. Наверное, первое большинство в игре, которое сборной не удалось. До этого было все намного приятнее. Смотрите, какой бросок, если бы не Куруневский. Хотя нет, бросок и шайба. Два. Левому борту. Здесь два защитника упускают. Хоккеисты, да, действительно. И теперь уже, конечно, психологическое состояние на стороне прогресса. Выход один на один практически булит из-за... Нам показывают уже из-за ворот момент. И все-таки также отличная игра в исполнении Гулева. Сутолока. И очень горячо сейчас. Есть возможность бросить. Это все еще 2-3. Давайте напомню еще раз, как
развивали события. Есть бросок и забивает прогресс. 3-3, счет становится. Как я сказал, можно начинать с чистого листа. Вот здесь отскок. Не разобрались защитники. Преимущество. В первую очередь, благодаря Савику. И снова опасный момент. И падение, может быть. Булит нас ждет. Посмотрим. Пробрасывает, принимает. И посмотрите, как жестко играет против него. Точно. Осталось только все это превратить в забитые шайбы. Есть бросок. И что, шайба оказывается в воротах, но явно не будет защитна, потому что от руки хоккеиста кого-то летела шайба. И да, действительно, рукой. Так вот, сборная, как всегда. Хороши в большинстве. И сейчас уже на добивание нужно бросать. Нет, еще. Защитники все-таки смогли даже не выбить, а выткнуть шайбу. Бросок теперь уже Гулев. Главный. Как раз туда, где и находился Гулев. Если немного левее, вы видели, да, что немного потерял. Один, и тогда его просто снесли. Бросок в ближний угол. Гулев фантастический. А сейф, вот, вот здесь Гулев тащит из ближнего угла, ну, действительно, очень крутой сейф, падение, и уже так слегка ловушка, мы про него очень редко вспоминали. Снова скорость, и бросок, Гулев, и бросок, Гулев, теперь уже ответ прогресса, и бросок, штанга. О, не хватило. Опять же сборная. Бросок и первая шайба. Смотрите, как Алексей разобрался. Вместил немножко вес влево. И Хабян. Хабян. Бросок. И счет становится уже 0-2. Неудел. Илья Иванов. Илья Иванов. Разбирается и просто... Супер красивая шайба. Сейчас давайте еще раз посмотрим за тем, как Илья Иванов разбирается. Вот здесь он опять уже в пустые ворота закатил. Гулев подумал, что преимущество правый растерять. И прогресс вернулся в игру. Счет стал 3-3, потом вертать.